беспомощность. Я бы хотела помолиться за тех, кто чувствует, что он нуждается в этой свободе больше крови. Я просто буду возлагать руки. Выходите. Если вы чувствуете, вам нужна поддержка, нужен сдвиг. Я буду верой, просто возлагать руки. Было такое, так, видел, стоит отец с распростертыми объятиями. И видел, и как человек бежит в его объятия, то он просто ныряет в него, в его сердце. И там открывается такая бездна. Он просто расправляет руки, и из этих рук вырастают крылья, и он парит этой бездне.